Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашии очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики Александр Степанович Иванов. Александр Степанович, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Степанович, буквально на днях вы приняли участие в общероссийской конференции «Взгляд в электронное будущее», которая прошла в Сочи. Расскажите, пожалуйста, что это за форум, как часто он проводится, с какой целью и что интересного в этом услышали и узнали? Действительно, форум «Информационное будущее России» действует с 2014 года. Организаторами этого форума является Совет Федерации, именно Комитет по информационному развитию. Состав действительно интересный. Это самый член Совета Федерации, который действительно заинтересован в развитии информационных технологий. Это руководители и специалисты информационных организаций. И безусловно, представители субъектов, которые работают. Они чем занимаются? Безусловно, занимаются тем, чтобы развивать дальше сегодня информационные технологии. Электронное правительство – это программа, к которой Чувашия присоединилась одной из первых. Было это уже много лет назад. Мы пытались подсчитать, что-то как-то сразу и не вспомнили, как давно. Сегодня по результатам опросов Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России 55% россиян, пользователи российского сегмента интернета, знают об электронных услугах. 2/3 из них хотели бы получать госуслуги именно в таком виде. Вот если взять какие-то опросы в Чувашии, как у нас выглядит пропорция? У нас в республике более 20 информационных систем, в том числе электронное правительство. Особенность наших информационных технологий, в республиканских, в том, что сегодня единый портал государственных услуг – это один вход. И все остальные системы находятся в этом портале. Для того, чтобы пользоваться отдельными системами, можно работать этой системой. Но если мы зарегистрируемся в портале единых государственных услуг, то в этом случае все системы нас регистрируют, и мы можем пользоваться. Становится доступно. Конечно. То есть у нас одна архитектура строительства всех информационных систем. Поэтому интеграция всех и республиканских органов власти, и федеральных, территориальных, и муниципальных, то есть мы сопровождаем, наше министерство сопровождает всю эту работу. Принято было республиканский документ, где говорится о том, чтобы в какие годы, сколько процентов людей должны получать услуги в электронном виде. Если взять в целом сегодня в республике, 94 услуги переведены в электронный вид. У нас была рабочая комиссия по развитию информационной республики. Там все представители федеральных органов власти, республиканские тоже, как раз обсуждали преимущества информационных технологий в сфере, в своей сфере. ГИБДД говорили, что сегодня, чего они добились. Кадастровая палата рассказывала, регистрационная палата рассказывала. То есть федеральные органы говорят, что сегодня сделано в рамках реализации федеральной программы. Прошу прощения, вот как раз вы сами упомянули о ГИБДД. Я слышала о том, что люди, которые оплачивают штрафы ГИБДД через единый портал государственных услуг, имеют скидку. Да. Здесь в начале любого нового явления, нового мероприятия, всегда мы должны привлекать людей. Во-первых, имеет оперативную информацию, что он нарушил где-то, может быть, у него штраф, и он уже, не ожидаясь бумаги, может открыть, зайти на этот портал. Посмотреть, да, на нем висит такой определенный штраф. Если, во-первых, мы это все знаем, через 20 дней платить половину, это все всем понятно. Но здесь еще навели, что сами сборы намного меньше, на 2,8% меньше. То есть получается определенные, хотя бы расходы, связанные с дорогой, чтобы никуда не ездить, он дома уже получает. То есть плюс еще льготы, она такое есть. Хотя есть вопросы. Не все, всего у нас 6 участков в республике, которые обрабатывают данные. Пока это все новшество введено на одном участке. Поэтому с МВД работа ведется. Вот буквально до конца года они уже намерены на всех 6 участках. Успеют? Я думаю, да, потому что система, она уже отлажена. Александр Степанович, вот вы упомянули о том, что более 90 услуг предоставляется в электронном виде. А сколько еще в ближайших планах? Сколько услуг мы туда добавим? Есть отдельные услуги, которые действительно востребованы.
много пользователей. И вот поэтому, когда мы работаем, межведомственная комиссия работает, они определяют, какой вид услуг, сколько было в этом месте. Ага, количество большое. Значит, мы, наше министерство, вместе с соответствующим министерством вырабатываем систему. А, то есть это тут в постоянном мониторинге, электронике. Да, да, да. Мы определяем, какие виды должны быть. Ну, бывает такое, что отдельное время, отдельный период времени – один вид востребован. Вот сейчас в конце года налоговый очень сильно был востребован. Потому что напоминания идут, и человек, гражданин, должен вовремя как бы погасить свои налоги. А вот вы сами какими электронными услугами пользуетесь? Наверное, в принципе, всеми, которые вот обычно пользуемся. Ну, ГИБДД однозначно, да, если ты ждешь, хотя вроде не часто нарушаешь, но иногда, видимо, бывает. Налоги на землю, на транспорт. Вот у меня два вида налогов. Буквально эти налоги я платил по электронном виде. ЖКХ, я живу в деревне, в сельской местности. Поэтому у меня ЖКХ, вот это другая система. Александр Степанович, вот вы участвовали в заседании Совета по региональной информатизации под председательством министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Насколько я знаю, там обсуждались вопросы импортозамещения в нашей отрасли. И какие перспективы в этой связи у разработчиков программных продуктов Чувашии? Действительно, сегодня офисное программное обеспечение 99% это импорта. Причем дорогого импорта. Конечно. Операционная система 92% импорта сегодня. Документооборот здесь мы 50 на 50. 50 наших, 50 импортное производство. Но вот в системе средств информационной безопасности здесь, да, 99% это наша отечественная продукция. Ну, если говорить о почте и мессенджере, то, конечно, все 100% импортные. Министерство, ответственное за данное направление работы, готовить они будут новые законы, или, точнее, изменения в законы. Вот это первое. У нас в республике тоже сегодня мы ведем полностью, считали, в каких министерствах, сколько нашего, сколько импортного. И также проанализировали, что сегодня нужно менять. Но второе направление кадра, если говорить, очень интересный момент. Я бы хотел рассказать и нашим телезрителям, и вам тоже. Значит, где-то года два назад, когда я начал работать в министерстве, мы подняли вопрос о кадрах по IT. Здесь очень серьезный вопрос был в том, что у нас университет выпускал их, но ребят, в принципе, всех переучивали. Потому что сама материальная база, учебная база этого направления, они у самого университета были весьма слабые. Вот, больше того, было очень много самоучек, конечно, которые конечно. Вообще обходились безо всякого образования, но вот с такими светлыми головами. Ну, они, да. Все своим умом доходили. Это характерно для России, да. И вот в течение 2 лет мы создали ассоциации IT-работников отрасли. 4-5 организаций объединили, создали ассоциацию IT. И вот последний год вели конкретную работу с госуниверситетом. И вот 3 ноября состоится открытие факультета IT на основании, то есть совместно на базе госуниверситета нашего имени Ульянова вместе с K-Systems. Это будет как дополнительное образование? Нет. Или отдельное? Это базовое образование. Высшее образование, конечно, по специальности. На факультете госуниверситета имени Ульянова. Но факультет будет работать на базе, как практика. Понятно. Заказывать уже полностью привязанные. Да, на данном предприятии. Вот как у нас класс жизни электронно-технический. Ребята, студенты обучаются где? Буквально на этом предприятии, куда они могут отступать. И тут то же самое. Потому что продукция, программная продукция сегодня K-Systems работает в 48 субъектах России. Они весьма конкурентоспособны, поэтому вот использовать эту базу, конечно, мы должны. Ну, это вот все, что касалось массовых коммуникаций. Давайте теперь поговорим об информационной политике. Да. В структуре СМИ львиная доля приходится на печатные издания. У нас в республике то же самое. Ну, во всяком случае, по сравнению с тем, сколько у нас телевидений и сколько у нас газет. В разы, да. Да, в разы. И количество печатных изданий, в отличие от телевидения, постоянно варьируется. Особенно много их появляется там в канун выборов,
например. Вот после этих выборов многие исчезли из информационного поля? Ну, безусловно, у нас в республике около 130 печатных средств массовой информации. Но основные – это постоянно действующие, это республиканские. Советская Чувашия имеет ряд своих выпусков. Потом издательство «Хабар» – около 15 изданий для всех возрастов. Потом, естественно, мы сохраняем республиканские, но работы на территории определенного района, муниципального района и городского округа. Вот, основная политика, информационная политика, конечно, строится сетями, нашими печатными изданиями. Ну, то, что вы спросили, да, ежегодно, вернее, не ежегодно это происходит, это происходит в тот год, когда выборы на разные уровни, особенно вот... Ну, просто в последние было два года, да, подряд. Подряд, да. Тем более, это уже четко видно, что получается где-то 12 или 18 организаций печатного издания обязательно рождаются. Некоторые не успели ни разу выходить, потому что они не востребованы. Роснадзор сказали, что было допущено 17 конкретных обращений. По каждому из них, по каждому нарушению приняты конкретные меры. Два находятся в суде сегодня. Вот конкретная цифра как раз по отношению вот к именно вот такого рода изданиям. А государственные наши печатные издания, они довольно корректно, конкретно работают и, конечно, в рамках закона о средствах массовой информации. В рейтинге субъектов Российской Федерации по обеспеченности киосками прессы, подготовленными Ассоциацией распространителей печатной продукции, вот по итогам 2015 года Чувашия занимает 37 место. То есть, ну так, прикинем, да, что это такая хорошая середина. В нашей республике один киоск приходится на 5224 жителя. Вот этого достаточно, как вы считаете? Говоря о киосках, да, правительство России приняло решение о том, чтобы во всех населенных пунктах, особенно в больших городах и городах, средних городах, были точки, где мог бы человек получить печатные средства массовой информации, печатную продукцию. По городу мы уже сегодня на нашей карте мы расставили все точки, киоски, где они сегодня работают в городе. Во всех городах и Чебоксарах, и по республике в целом тоже. В городе нехватка серьезная. С муниципальным образованием, муниципальными властями города Чебоксары разговоры провели. При проектировании самих уже микрорайонов планируем сами оживленные места, чтобы человеку, покупателю было удобно, чтобы он по пути на остановку или торговую точку мог зайти, купить эту продукцию, конечно, свежую, улучшенную. А в республике вот это другой, совершенно другой вопрос. А здесь мы должны все-таки вот сегодня, учитывая то, что Почта России имеет отдельные тарифы по доставке, себестоимость, говорят, повышается, поэтому мы уже работаем по другой схеме. Киоски в селе не поставишь. Это будет абсолютно невыгодно, и никто его не выдержит. Но в перспективе я уверен, что газета свою востребованность не теряет. Есть категория людей, которые хотят почитать, именно подержать в руках. Поэтому мы этот вопрос даже будем решать. Ну, я где-то читала. Я, правда, не сейчас не поручусь, что это какой-то серьезный информационный ресурс, может быть, как принято говорить, да, британские ученые, да, выяснили, да. Что газеты исчезнут из обихода не раньше, чем через 300 лет. Ну, это 300 лет. Так что, если вот так что киоски, да, надо строить, да, Александр Степанович. Да, конечно, будем строить. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, спасибо, что сегодня нашим собеседником был министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов. Всего доброго и спасибо за внимание.